Слово Божье говорит о том, что оставит человек отца и мать и прилепится к жене, и будут двое одна плоть. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Сегодня в современном мире говорят так, что это устарело. Мы современные люди. О каком подчинении? Но Бог знал, что нужно для женщины, чтобы она была благословенной, для жены. Близких его друзей, или так сказать, людей, которые встанут рядом и будут говорить: «Андрей, мы тебя поддержим, все получится». Но если жена пойдет против, его дело развалится. Но когда тысячи людей выступят против, а ты встанешь рядом и скажешь: «Я с тобою», вы победите. В этом есть сила. Хочу объявить Андрея и Оксану на законных основаниях мужем и женой. И то, что Бог сочетал того человека, да не разлучает во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.